До смерти ты собираешь, если что, дракончиков. Прожимку, ну, прожимочки готов, когда второй прилетит, и между вторым и третьим. Короче, вот когда они по два, понял, стоят, тогда прожимайся. А так впустую не трать их лучше. Они прохиливают нормально. До смерти бейников. Все на тачке сели? Кто следит с тачки, тому минус роудом. Слазит только хилы и танки. Все. Короче, на пул. Финиш хим, как только бой начнется, тебе, по-моему, с инвиза сбросит. Все готовы? Сангард пуль. До смерти сразу встань на дистанцию. На место встань, чтобы ловить. Волна за спиной. Миник прилетел, до смерти лови. Все, сыграли все. Войд зона. Зона. Волна сзади за спиной. Айдахил, как ты умер? Войта, отдай БРП, Айдахил. Геру дайте. Войт зона. Лови, лови второго, лови. Лови третий. Или то второй уже. Второй. Дайте точно бафы на. Войт зона стоит. Точно бафы дайте по айдахил. Волна. Войд зона. Вары, расколы не забываем. Портал открыт, могут мобы пройти. На ком там, на харизм шекел. Волна. Третий идет, лови. Я словлю. До смерти. Встань ровно, пожалуйста. Встань как надо. Можно БР тоже. Отдайте БР по... Так, у кого там? Шадри. Аниматор, отдай БР по Шадри. Шадри, резнишь этого Вакскула. Войд, там, войд зоны. До смерти, лови агро, пожалуйста. Торик, у него КД. Блять, бабы Вари, прожми свой раскол, блять, заебали реально уже. Скиньте сальву по Бавари. Вот фури был, скиньте сальву. Нерсалам пополам. Я заебался смотреть на блядство, реально. Стоп, гимны дайте, пожалуйста. Присты. Гимн на хп, на хил. Добивайте, там лол хп осталось. Зайдите кто-нибудь, убейте этого моба сраного еще. Хоки остался один, все остальные в портал залетели. Я танчу. Не откидывайте, не фирите. Все, сыграйте в босса. Рика, ебашимся, ты видел, как они слакают? Ты посмотри, просто реально ничего не делают. Я не могу следить, пимов собирать следить пока так. Так я вот понимаю. Торика, БР есть еще? Нету БРов. Все, бейте, здесь просто босс остался, манекен. На волне не слакайте и все.
Роговар по минус 20. Третий раз полетели. Хина разве бэрила кого-то? А, у нас Хина есть. Сори. Хина, без дай бэр по шадре, если есть. Или Самар. Я побью. Мне кого бэрнуть? Да, Самару бэрни. Точно бафы дали? По шадре и Самаре. Обновите. Сейчас мне бэрн. Танки заберите с РДДшников мобов, пожалуйста, они мешают им бить. Нифри, ты меня не нашел. Я взял здесь. Я под драконом лежу синим. Ты, блядь, три. Вот, левее. Серега, держи всех мобов, да? Поставь просто. Сейчас раскол поедет. Лава. РДД зона мобу заберите. Серп не забирай, лава. Ты не представляешь, как я ждал, чтобы сказать, когда у меня гости уйдут. Добро пожаловать, как сказать. У меня гости сидели, я не мог говорить. Я только сейчас понял, что меня походу не слышно было, да? Да, не слышно было. Лава. Вар опять ушел туда, да? До смерти выбегает из толпы. А у нас баску отвалил. Печально. Лава, смотри. Лава. Ты есть БР? Отдай БР по... Кто-то у нас. Нет. Дершоду, дай БР. Ты это мне говоришь? Нет, не тебе. Ниф. Не слакай, вставай. Что зря БР на тебя дал? Дайте кто-то гимноман. Сухач, дай гимноману. А, уже зажечь дает, хорошо. Заберите мобов. Я забираю здесь, у меня есть. До смерти не надо. Стой, дамаж. О, там гимн есть, дайте гимноману и на хп. На хп не надо. На ману просто скиньте и все. Лава. Лава. Ля, слакер лежит, а. О, встал, наконец-то. Ребенок важнее слака. А, сорян. Слышишь, плачет? Да, сейчас немного. Точно бафу обновите, пожалуйста. Тоже был стабильный. Лава. Ох, парашютисты, ё-моё. Мобов добейте, мобов добейте сразу. Эх, хуйня. Мод на боешку упала. Чё, плачу, мне говорил расколу за... Роги повезло сегодня. А? Кто там нир? Да. Голова, блядь. У меня, блядь, 3 минуты, КД, ты, нахуй. Голова, рыба. Читать еще. Мастер, блядь. Это ты? Выебывается, блядь. На рогу штанишки на тебя упали. Что-то голос запомнил.
Давай, сын, разраливай. Где манзут? Или где ухо? Вообще, я смотрю. Скорость. И вару шмотки б не давал бы, который орк там бегает. Каждая лава у меня за спиной. Ты видел, ты разраливай. Мне-то, в принципе, чё. Я был занят. 93, baby war. 3, 2, 1, отдаю. Мне не печеньки 213. Я не могу ее. Там финиш хим 90, он второй. У меня уже есть, я забыл. Не кидайте лишние роллы, еще раз повторяю. Правило просто так пишется. Я думал, завоеватель. Завоеватель, а быстрее роллим. 3, 2, 1, 0, 90, ой, 80. Пернул. Аперчат. Токен бы. Давай. Покорителя. 3, 2, 1, 0. Шадри. О, на я круто. Только ГОЕПГП. До смерти надо штанишки? А, до смерти это ты был? Я не знаю, типа, я замутил же всех ребят. Говорят, напишите, только... напишите, если надо. Не надо, походу, на офспек ролите штаны. Хоки. На хоки скоро в натуре танком будет. Ну ладно, в первую статью пойдем. Так, это, я так понял, орквар. Мимо, отдаю хоки. А у Хоки есть, он говорит, у него фулл танк. Я в смысле, он говорит, что он просто уже одет. А там ноги на танковские. Хоки, у тебя же есть ноги. Отдай тогда лучше вару Хорезмшах. А, ну. А, у Хоки 200. Роги, коты. А, окей. До сети 200, 200 это окей. 32. Коты не надо? Давайте быстрее роллы кидать, сейчас будет... В конце кидать же. Отдаю. Думайте дальше. Там мутиковая херня чисто. Со скоростью. На мутика? Ты чё, на мутика? Ханты энхи. На мутика. Ну, ханты? На... Котам, комбатам, нахрена хаста. 3, 2, 1, дис. И я заролил. На офспек да, заролил. А вроде никому не нужно? Все. Что там осталось? С трофеями. Паджи. 98. Все, заявляйте. Это мы с тобой не сролим. Самаран лут. Семан лут. До 53. Все, сумочку мне на базу, спасибо. Там 53 сангара. 50 ОД на минуточку. Стопните, пожалуйста. Давайте дракон дойдет. Не-не-не-не, подожди, зачем ты кинул на дракона ролл? Я вот ждал этого момента. Киньте мне, не коните ДПС. Дракона роллят топ 7, 5 хилов, 3 танка. Ну, просто так отдавать дракона. Я 93 кинул, ну ты прикалываешься. Мне ХПС не нужен. Роллят хилы, танки и топ 7 ДПС. Бэби Варо, Войд Фури, Бармалюга, Хина, Халассо, Пивасямба, Самара. Вот эти ребята кидайте ролл. Давай начинайте. Серёг, кинь еще раз. Вы козлы. Вот сейчас, смотри, вот делаю ставку, сейчас будет меньше 30. Рагнарос, а ты откуда появился? Сам. Турик, ну все, урыл и уничтожил. Погнали на око. Око, око, досадка. Как бы я бы забрал бы. А тут это яичко упало. Яичко. Спутника рольте? А, стоп, стоп, сейчас пароль. Дружусь. Он... Летят тут. Промальцы. Все, спасибо за все. Харизм шах, вар, получаешь минус 100 на следующую шмотку, которая тебе понадобится. Почему? Потому что кидать 936 из 1000.
Ока, пойдем. Да, ока, идем. А, ока, идем, идем. Сейчас покажу вам ТПС, да. Я про третью фазу. О, про третью фазу. Я тебе покажу ХПС на третьей фазе. У меня же токен есть, нихила. Мне как раз последний кусок не хватало. А, я смотрю на этого дракона. Нормально угадал. ГЦ. Не хочешь, давай он мне. Он синий обычный. Так ты видел, я выкидываю 93, он начинает правила мне рассказывать. Вообще, вот это просто слушай. Нет, я думал, ты будешь этот спрашивать, что за хорошо сделать. А, я хорошо кинул 93, да. Хорошо. Я всегда в горе, когда ты называешь хорошо. А зачем мне язык коверкать? Просто нашальник, ёпты. В око летим. Я не виноват, то, что упал, это все танки не держат агро. Ну, кстати, важно, там дракон прилетел, я хилил. Меня просто, понял, типа, захил, я агро сорвал. Серегу начал подавать, меня просто 37 тысяч в лицо, бух. Я только не понял. А что у нас там два слота? Напишите в гильдии, может, кто-то отпишет. Пойдем возьмем с гильдии. Я на AirDrop пойду. Мне чуть не охота на кого-то перезаходить. Я тебя за другого не прошу заходить. Да, а, перчатки, мне перчатки. Просто все время вот это в лут писать. Ну, в лут, в этот, в чат. Искать кого-то. Я понял. Да, 4 комплекта. Вот это я понимаю. Могу я попросить, пожалуйста, чарки? И сакетик один. На меткость только. Ой, блядь, на меткость, на силу заклинания. Да. Спасибо. Бля, четвертый кусок, я за ним давно бегал. Теперь у меня будет 5% больше хила. Соло торт, таргет. В жизни, если ты в этом ДС-ке, поставь плюс. Кто ты, Алиш? Я себе аддон скачал, пока вы, типа, на чат. Теперь могу все копировать. Я вообще огонь. Прикольно. А как ты это сделал? Basic чат мод скачал. Бля, знаешь, как охрененно. Просто дабл-клик делаешь, можешь хоть весь чат скопировать. Вообще весь. Прикольно. Ну ладно, радуйся. Не буду отвлекать. Спасибо, бля, так рад вообще, что... Еще бы мне макрос найти, чтобы я понял, в ордынском чате писал на Орочем, а в в альянсовском на всеобщем. Был бы вообще пушка. Я не знаю, мы будем это, короче, мы тебе шмотки не будем отдавать, а ты, главное, с чата просто копируй, и все. У тебя радость, смотрю, от этого. В смысле шмотки отдавать? Спасибо, блин, ребята. Ай, бля, ну токен. Все для тебя. Токен я ждал. А я тебе отдал? Блин, хотел бы скликнуть. Ну, не надо, нет. Ну, токен мне в натуре на 5%. Прикинь, постепенно увеличение наложено на цель. У меня теперь ходки на 5% больше хилить будут. Прикольно. Это, блядь. Это хорошо. А, и мне как раз еще Торика. Ваня, чат, правила гильзии почитай, потом говори, когда будет твоя кожаная РПБ. А что, насчет кожи что-то ввели, правило какое-то? Там в правилах прописано Roll плюс Prior. Получается, если там будет какая-нибудь кожа... Короче, те, кто хочет ролить по статам, этого пока не будет. Ага. Ну, оно, знаешь, просто если бы, скажем, друиды латы носили, то я бы, ну, сказал, да похуй, типа, рольте. А так друиды только кожу носят. Представь, вары, они все носят. Я тебе и говорю, типа, кто ролит по статам, статы что входит? Больше там какая-нибудь ткань выпадет с критом, там, с хостой, и какие-то паладины хотят ее забрать. Нет? В очередь. Аэрдруп. Ролят сначала тем, кому ткань идет. Угу. То же самое. Кожа падает, идет только тем, у кого кожа. Латы падают, идут тем, у кого есть латы. Все.
пока не ведется система еб... А если я хочу Blood ДК создать, то есть Holy ДК будет? Чтобы я поставлю символ на захват рун и на кровавую метку, я буду хилить рейд. А у тебя не стоит символ захвата рун? Нет, я что, полупокер с такими символами ходить? Нормально. У меня стоит. Для этого хилы есть. У меня стоит, я рейд хилю, Зато у тебя символ, основной символ на таунт не стоит. Ты, наверное, таунтом мизуешь просто, да? Один раз мизанул, я аж старался. Каражан выйдет без символа, не попадешь в него. Там у меня, кстати, тоже нету символа на талант, который дает дополнительно 4% меткость. 8 он дает. Слышишь, Серега, там, короче, в третьей ветке есть талант, болезнетворность. Вот если 3 таланта в качестве, 3% меткость. Я обычно 2 беру. Если 2 берешь, короче, то тебе нужно рейтинга собрать 315. Это магического будет 12.01 магической меткости. Плюс 2 с третьей ветки и плюс 3 ШП совы в рейде. Это будет 17% кап. Тогда можно вместо символа на таунт любой, какой хочешь, ставить. А ну и тогда. Эх, тут одна. Ну я так играю, мне так нравится. Ой, смотри, что падает. Я вон вообще шмотки свои с меткостью 2 поменял, вот этих, у меня капа меткости не до кап, я только сейчас увидел. Меткость самое главное, ты лучшее мастерство меняй, ну то есть, когда будет выбор, прям, главная меткость. Ну, хотя есть, вот честно говоря, вот где, ты говоришь в каре, да, я там не помню, драконы вот какие-то, вот взять Синдрагосу Халеона, это единственные боссы, на которых, ну, вот она срывается, поворачивается в рейд, и дыхание в рейд, это вайб. Вот это единственные боссы, где нужен кап обязательно, либо символ, либо кап. Ну да. Остальное похер как бы. Я в капах бегу почти. У меня 243 метра вроде бы в танке, если не ошибаюсь. Сколько? Сейчас я тебе скажу, сейчас я один. Точно. Ну там дренее еще есть, у них 1% еще. А, нет, все, у меня в 290 меткости, 9%. Нормально. Так, ответственные танки знают, что меткость надо в первую очередь собирать. Меткость. Так, символ захвата рун, символ крови вампира и символ болезни у меня стоит. Болезни параша, лучше антимагического панциря. Топовый символ. Да, я насрал. Я редко танчу, но у меня зато есть 208 танк уже. Я его одеваю. Блядь, кстати, мне камень надо еще на мастер куда-нибудь убрать. У меня в танке 29 мастерства, у меня как раз лишний сакет есть. Где стоит сакет на мастерство. А да, что там, куда все поухались? Что, людей нет? Да. Никуда, я здесь. Меня сейчас Торик, надеюсь, сакетик сделает. 2 сакета. Это а 2 уха? Шефар тут это вот... Навелил, не идут? Кто что? Ну, этот, куда-то. Куда они там плюс плюсуют? Или это они в рейд плюсуют? Я не мог понять. Вот я дебил. У меня же ни черта они... А, да. Торика здесь нет. Серег, поставишь ГБ, возьмешь пару камней. ГБшки нет. У меня ГБ 30 минут КД. Поставьте, кто может. Досмонивайте остальных. Сейчас я приду. Куда ты пошел? Стой, возьми сначала камни мне. Какие тебе камни взять? Мне надо камень. Желтый один и один синенький. Ты нашей гильдии очень дорого обходишься со своими твинками. Смысл. Ты такой никому не говори, да, мисс гильдии, что-то. Стыдно должно быть. А, не, лифли нету таких камней, все, забудь. Все, обратно в ГБ давай сюда. А, не дам. У меня есть что там на меткость, на защиту, стамину. Не, ничего нету, Торик, ничего нету. Ты где, Торик? Ты в инсте? А да. Это слышал? Лифри, что тебе надо? Да в смысле, блять, ворую. Что тебе надо? Мне надо один камень. Давайте быстрее сокроем. Потом давай сделаем. На инсту я могу сделать. 20 человек стоит в инсте. Я сама реорула. Что тебе надо?
Все 25 стопните здесь. Вот, пожалуйста. Давайте закроем. Серега, ты в ДД. Опять? Да, ну, я танчу. Ну или хочешь, давай поменяемся. Пускай он, у него агро хорошее. И этот есть хоста и когти или что там. Да, миликом нормально там получается, плюсы. Давай, я спекаю. Своего незаменимого фуривара. Ну пошел, я пока кофе сделаю. Пока вы тут бафаете. А, игра у всех зависла? Нет. Тебя опять сама. Сколько у избранных? Как заебало уже, пиздец. Торик, линкани, пожалуйста, пока все равно Серега ждем. Ювелирку я посмотрю, что пока мне. А это скажешь, что тебе там надо, лифри, блядь. Я не знаю, надо Филипп посмотреть. Шо, как я пока подошел. Сейчас Торик, если линкани, что, вот есть на инту, если тебе надо. Значит, мне инта. Ну все, тогда гуляй, никто тебе ничего не сделает. Дайте тактику расскажу. А, он нашел метки, даже не... Я ассист, ладно. Так, на третьей фазе поставьте плюсы, кто будет хилить. Хилить буду я, еще. Пивасямба, Рагнарос и Сухач. И Габенах. Вы хилите на последней фазе, на третьей фазе. На второй фазе, ребят, не слакаем, все бегаем под зетами. 26-й, если не сложно. Извиняюсь, что перебил. Все бегаем под куполами. Когда будут даваться этим дыхание, первый гейм отдает Сухач, на второе дыхание зажречу, на третье дыхание летят доты, гейм на хп. Так, наверное, точно никто не сдохнет. Милики, когда убиваем этих платформы, сразу садитесь и летите. На третьей фазе все собираемся в один фрейм, отлетаем от дракона чуть подальше, собираемся в один фрейм и летаем направо. Сказали, отлетели направо. Все, в принципе, все самое легкое. Ханты, вы на сферах. Сфера появилась, сразу ханты убежали, перенаправили на себя. РДД подбежали, разбили сферу, все встали с этот фрейм. Серега подведет, Мильки тоже встанете. Все. Не сладко. На второй фазе, ребята, пусть на платформы садятся те, у кого больше всего ДПС. Не тыкайте, если вы не дамажите. Только если есть еще один желтый, то можно два на хосту, эти вот это вот отдам. Хоста там как раз сыграет мне роль. Че забыл делать? Два камушка на холсту. Нир, не ссы. Он да сам тебя он будет вешать. Давайте после рейдака. Мне там чарки, сокеты. Убьем и разоходимся. Все равно стоим, пока ничего не делаем. Серега, ты где там? Арчи на готовность. Вроде зафу забафали. Че там Нир хочет от меня? Раскол брони? Стандер? Скидывай сальву, как бы говори. Не сладко. Витаю вас, товарищи, с певичами. Сальву? Что ты хочешь от меня? Чтоб ты анонс давал сальвы по ДПСеру. Я не знаю, что это такое. По анонсе сам. Точно спать укладывать не могу. Меня все смьют. Давай, Серега. Сальва это 2, короче, какая там, я не помню. Руки. Еще раз сверчи на готовность. А, уже запустили. Лови. Да, кто хилит там? Да. А, косты. Нахуй меня убил. Поднять сразу. Да, подними его, пожалуйста. Быстро вылетим сзади. У хвоста. Каску, лапу, крик на хп ему, пристабав по шее, где-то сдохнет. Сверх
потери, побежали сразу. РДД тоже перешли на сторону, где сфера. Сферу залейте. Прохил дайте рейда, пожалуйста. Сферу разбили. Подводи. И тебя хил упал, подымать. Все. Да, подними. Сразу как только подымут, да. Агро, агро, агро. Фанты на пол дайте. Обновите бафа. Там еще одна сфера вроде летит. Он меня сажал. Выбежал. В печеньке там. Разлили. Бейте, вот я сейчас касс собью. Подведу. Прохил дайте сразу всех. Лема, если печеньку, что, печеньку, идите сюда, слить. Искра, искра там, была. Новая искра, искра, свичнитесь в искру, РДД, окей. Ханты. Я же сказал, в печеньке. Встали все в этот. Ух. Уровень. Искра. Рога, ты косты и вары ДК будете бить? Я думаю, лучше упасть там. Три хила не захилят дыхание. Захилим. Резким бьем, пока бьем. Он... Геру дали? А, вы уже перевели ее? Да. Быстро, я думаю, на следующий дать. Можно гимноману, пожалуйста? Зажречь, косты не гимноману. БР по хилам уже сейчас отдать. БР по хилам в приоритете останутся. Фина. Фина, отдай БР по хоке. Сразу обновите бафа. У кого еще есть этот БР, отдайте по аниматору. Все под купов встаньте. На пулы дали ханты? Все ШП, маги, прожимочки на дыхание даем. Я сказал. Прибежали. Сейчас еще одна упадет после будет дыхания. Все, все в новый купол встали. Кто там первый по этому гимну ХП? Готовься. Нажались, кто может. Прожимайтесь, если хотите. Милики на свободные диски садимся, не ждем. Полетели, диск свободный. Пристегим. Стали, сейчас будет дыхание. Дыхание. Второй приз гим на ХП. Варни, лети за ним. Просто разворачиваешься, это сразу мамба. Вон диск свободный. Садитесь, милики. Летайте тоже, помогайте. Я. Полетел. Не полетел. А, на. Хотите летите, на. Не-не-не, здесь. Меня там все равно пользуется. Бармалюга, бармалюга. Захил.
Сейчас будет дыхание. И там очень медленно бьют. Дыхание. Прямо вовремя прилетает фигнюшка и дыхание. Прохил, сейвы. Что, у нас 4 минуты будет забрать? Вон диски свободные есть, ребят. Прыгайте на диски. Два диска вижу. У вас просто минус 7 еще. Пройдем? Ладно. Начинать заново за тех, кто упал. Последний был моб остался как раз. Серега, на себя метку поставь, чтобы ориентировались. Кружочек забираемся. Все встали в треугольник, Три, товарищи. Вопрос, а кто хилит у нас? Хилов по-любому кто-то упал на третий бой. Ну давай, Ваня, я и Эд. Ваня у меня мертвый. Ну ты хиль тогда. А что вы думаете, они сделают с вами? Отлетели. Вообще кто-то хилит. Я поставил щит, и он меня тупо убил. Заклевал. Сейчас со 100% гарантией говорю, можете спрыгивать. Не убьете его. Люди от дыхания умирают. Если спрыгнуть, быстрее умрете. Там красная стрелочка на драконах есть такая, чтобы не ждать, пока босс вас убьет. Лифри, убери свой парашют, умрешь быстрее. Там, короче, сухачик, который холиприст, он то ли в начале боя вылетел, его вообще в хиле нету. Вылетел он. Да, он вылетел. И ДЦшник бы тут вообще не помешал, я вот даже не знаю. Как там? Какой ДЦшник? Просто пусть саппорты все выпьют и все. Я самый лол по ХП, блядь, но почему-то я выживал. 1к. У меня оставалось ХП после всякого призыва. 1к ХП из-за того, что у меня просто есть саппорт. Все. Дело в том, что когда босс искру съедает, там хоть саппорт, хоть не саппорт. Мирали, у тебя вначале Шадри умер. От какой искры он умер, скажи? От чего Шадри умер, объясни. От искры? Нет. Какой искре ты говоришь? От искры умерло человек 6 сразу же, да, это не вопрос. Но когда Шадри, аниматорчик умирает не от искры, а то, что у них нет саппорта. Просто-напросто одного саппорта. Это Нир говорит. Это Нир говорит, да. Не говори бред, пожалуйста. Ну, блин, какой... реально, ну чё? Речь не о Шадри, а о 5 людях, которых искру убило. Это от искры, это само собой. Я тебе не про другое говорю сейчас. Ну, я про просто... это. Просто, плюс ребят выпьют саппорта. Хватит сервиса, ребят, давай закрой быстро. Ну, я не говорю, у меня нету. Я самый лол по ХП, у меня 13,5к ХП всего лишь, я самый низкий. Так я выживал. Все, окей. Он по 2000 есть саппорты, выйдите, пожалуйста. Если нет, то живите как можете. Когда выходит искра, ханты, все три ханта, сколько у нас их? Колоссо, а ты у нас один. Сорян. Там на второй перефазе искра багается иногда. Смотри, что она получается летит очень быстрее, чем обычная. А тебе надо поставить одного ханта чисто на искру на второй фазе. Потому что он должен успеть ее слить до того, как нас притянет второй раз. Если он не успевает ее слить до второй притяжки, он съедает ее. Все. Там буквально у него есть секунд 5 на это. Колоссо, давай, ты тупо на этих искр.
Как только затаунится, все РДД перебегают к нему, убивают искру и начинают дальше дамажить. Геру сольем тогда на первой искре, которая разольется. Все, бафы у всех есть, доверчи. Варлок может поставить. Габинох, поставь, пожалуйста, сопротивление природы. Тотем. Спасибо. Сухач, тебе что не хватает? Присумайте, пожалуйста, Сухача. Поставь шкаф, Эдвард, поставь шкаф. Ты сейчас два человека взяла камни, это все, кто завязал камни? Тыкните, пожалуйста. Обновите баф, просто хочу. Просто сейчас смотрел, поставили этот тазик с огурцами, взяло там 2 или 3 человека, а остальных что не есть, получается, вы их не прожимали? Когда он, блядь, 70% хп снимает, вы их не жмете? Огурцы такая вещь. Лежит просто в сумке. РЧ на пол. А, Схач, ты спекнулся в ДЦ, ждем тебя тогда, когда ману зарегенишь. Ждем, я скажу, когда пулить. И еще, у кого есть там квесты на шею, не лутайте, пусть сначала возьмут, потом лутайте лут сам. О, смотри, зажечь Айда Хилл с лакеры, Бонну, квеста не было на босса. Да, у них ключей нет. Нет, квеста на босса, который убить Малигоса, 275. Ага, а Маш уже выполнили. Нет, не приняли пока что. Прикольно. Запускай, запускай, у кого там? Я запускаю, он готовься. Рога, ты кто какие-то будет? Искра. Труса. Искра не в трусах, а в звезде. Сбивай ее уже, сбивай. Сбивайте искру, ё-моё. Все, все РД, свечите свою искру, если она это, уже приземлилась. Все РД пришли. Дайте сразу Геру, дамажьте РДД. Новая искра, холосо. Рейд поднимите. Блин. Сорян, Серега, я не успеваю за костами. Нет, это не в рот. Трусы, искра. Хантер, уйди туда уже. С РДД побежали в скру сливать. Хантер, сразу в кружок беги. Хантер, в кружок быстрее. Хантер, в кружок быстрее, там 5 секунд у тебя будет, Хантер. Стреляйте искру, сбейте искру ее. Прохил. Мили с подрожи отходим. Быстрее, быстрее, быстрее. Ад сразу все. Будет, готовьтесь.
Искра в печеньке. Все в печеньку. РДД. Новая искра вышла. Переводим уже, все, босса все. Стреляйте в нее все, хилы тоже бейте ее. Отдопите больше босса. Все, все приготовились. По щитами не сладко. Пока не сбегайтесь, Макса не получать урон. Первый шар будет все равно раскидывать всех. РДД по воздуху все играют, мелики по земле. Присты, готовьтесь гимн давать. Сожречу и летя доты. Вдвоем гимном, гимна хп кастуйте уже. Сожречу, кастуйте гимна МП. Платформы, садимся, смотрим, где есть чистая платформа, сели, полетели. Вон еще одна лежит. В купол забежали в новый. Сухач, на дыхании даже гимн и друли, отдайте транквилу. Я скажу, когда вставать все. Приготовили, сейчас будет дыхание. Не, теперь будет. Забежали. Кастуйте. Транквилу и этот гимн. Хорошо. Быстрее забивайте платформу. Два диска есть, можете взлететь еще. Вот один возле кружочка стоит. Вон второй возле кружочка. Вышли с купола, бить начали. Все, все звезду собрались. К звезде подошли. Серега, на себе метку поставь. Кружочек. Сухач, сухач, сухач. Повис, скажись опять. Да, кто там хилит? Сейчас все назад отлетели от босса. В один фрейм собрались и начинаете дамажить. Щиты не забывайте юзать, пожалуйста. Ай, это красава просто. Куда летите, влево? Вправо. Вправо, вправо. Вправо, вправо, вправо. Вышли, вышли, вышли. Право.
Вправо, вправо, ребят. Точнее, встали все в кружочек, все рассосались тогда. Вправо, 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 вправо. Куча. Вай, 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 вай. Я прочитать это заклинание. Я понес по... или... Нет. Вправо, вправо, вправо. Нердшота просил по максимуму, все хилы в него играют. Один стаки держу. Я лягу, ваша вина будет. Добейте на остальных. И толку ноль. Да ладно, ты не похвалься. Я говорю по факту. Право, право, право. Ребят, ну я один 32 стака налил, я не смогу один его убить. Пожалуйста, помогите кто-нибудь, хотя бы еще два человека. Ну реально, ну смотри, что за слаг какой получается. Да там полрейда стаки проебали, там зависло. Я тоже завис, так же вместе с вами, но я не потерял стаки, потому что я обновил двойку. Повезло тебе. Может, у тебя дыхание меньше раз кидалось, чем у других. Валил, я пролагался точно так же, как ты. Да хил, хорошо. Если не надо, тогда выходи. Хорошо, иди хил, давай. Шкаф дайте, Ханта Сумони. Уже здесь. Сухачик, заходи в портал. Первая, вторая фаза вообще огонь. Давайте на третий стаков больше навешиваем. Прохилов с головой хватает. А чё вы щитом щитами? Не успеваете? Кто там? Вар какой-то? Харзермах? Шах? Вот этот щит. А он на дыханиях летал сейчас. Сразу умер. Харзерм шах. Смотри, 300 как кидаешь. Если на тебя дыхания нету, бьёшь. Ну, двойку нажимаешь.
Если на тебя дыхание, пятерку нажимаешь и живешь. Все, здесь один зипа. Ничего страшного. Да, там все легко. Просто три раза настакали. Если написал у вас посреди экрана, босс уставился на вас, вы нажали пятерку. Если не уставился, разрядились двойкой. Все. И так по кругу смотрите. Юзнули три, посмотрели. Юзнули три, посмотрели. И спокойно стакайте. Вам главное поддерживать. И все. Сильно часто единицу не спамьте, вы будете энергии, у вас не будет хватать. Так один-один-один нажали, подождали. Не-не, подожди, подожди, смотри, ты им объясняешь неправильно. Ребят, не так один-один, а один, 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 один. Смотрите, взгляд на вас, пять. Орл. Ну как еще им объяснять-то, ну блин, это элемент... Элементарно просто смотришь, чтобы у вас всегда энергия была на 50. Все, да, уже 50 на 50 держите, все, РЧ на пол. А, есть два вида энергии. Смотрите, в правом нижнем углу есть такая энергия, и в левом сверху есть игру. Кому что не хватает, напишите, или что у вас. Сухачи нас хотел. Походу, с проблемой сейчас интернет. Тотем от сил природы, пожалуйста, Габинох. Сухач, ты надолго? Напиши в ДС. Зажречь еще пивосям, болеть адоты. У кого есть спек фила, спикнитесь, пожалуйста. И кто спекнется, сразу напишите, пожалуйста. Ну что, пусть Варшама спекается в Бармилу, допустим. Абсорба не будет, плохо тоже. Харизм Шаг, давай я заменю тебя, ты реально слакаешь. Есть другой еще, кто не будет точно слакать. Конечно, лучше, пускай поотдохнет. Ключ не могу нажать. Ай, они напали ведь. Вчера Алгалуну травили. Это жесть просто. А, это ты челик с ГВП, да? Да, я на маскале. Что, 25-ку или 10-ку травишь? 10-ку. Знаешь, какой там фрейм босса боя? А, камеру отдаляешь на макс рейндж и просто 90 градусов по отношению к полю боя. Все. То есть ты бегаешь, в твой фрейм вид сверху. На макс рейнже. Только так. А для чего это? А потому что под тобой появляются маленькие такие кружочки, которые наносят где-то около 200 тысяч или 100 тысяч урона. Слакнешь, ты труп. А, да я-то знаю тактику. И там кучу всяких спецэффектов, которые ты там, звезды и не звезды, ты просто не увидишь. Ну да, надо посмотреть. Зипак, я тебя вроде приступанил, по-моему, места не было. Сейчас еще раз со мной. А видео есть у тебя? Шейн, тебя приступанили? Нет, нет, мы стрим смотрели изначально, как первый статик убивает. Все здесь. Все здесь? Жребанки тоже, да? Да. Жребанки, ты это, совет. Кто там, Бармалюга, да, ты спекнул совершал? У нас один ушел. Еще раз даю РЧ на готовность. Присутствие. Шейн, Шадри. Шейн, давай, не слакай. Хилы, Габенах, Бармалюга, Аниматор, Хоки, Бану.
фул, пятая пати. Если из них кто-то умрет, надо, чтобы заменил их кто-то. На первых фазах, если кто умрет. Ари, дай, пожалуйста, СС на аниматорчика. А, лол, дай СС на шадри. Киньте СС по ним, пожалуйста. Нет, прочитай хорошо. Бэйби Вару. Бэйби Вару. Бэйби, бэйби. Бэйби Вару. Пусть бэйби, бэйби будет. Окей, на кого кинуть СС? Аниматорчика кинь. Окей. Аниматрончик, ёпарас, это еле выговорил. Думают же. Да, а у танка такой ник. О, я даже язык сломаю. ДК. ДК. Можно просто Сон. Либо Серега. Не просто ДК. Ты один тут нормально. 100 фут, реально, все, давайте траить. Жеребанки, тебе ничего не хватает. Напиши там, крикни кому-нибудь, что тебе бафнули. Каску дайте ему. Хант, Холосо и Слобик. Ваши все так же. Вы убегают, появляются... Как называется? Короче, вы на сферах. В смысле, Серега, ты все тоже ливаешь? А, давай. Я запускаю. Приготовились все. Я запустил. На пол ханты сразу дайте роги. Рога. Косты тоже рога. Кикай. Скра появилась. Ханты побежали. Звезде. Хил рейда дали. И весь круг. Скру побежали уже на ту сторону. Да бейте, зачем вас спритянет? Бейте, не теряйте секунду ДПС со своего. Прохил. Скру развили. Стали в скру. РДД, стали в скру. Серега, подводи. Сейчас дыхание будет. Милики, можете в искре стоять и бить босса. Оранжи хватает. Все в искре, дайте гиру. Там еще новое появилось. Сразу посмотрите, где ханты приготовьте. Возьмите хантом, просто сведите две искры, получите добав двойной. Слишком сложно. Машину дайте сальву. Еще одна искра. В искру готовьте. Играйте в искру. Давай, РДД побежали к искрам. Разбивать. Ну, свели. Один ханту. Свели. Плюс-минус такое. А это коста никто не кикает, не? Ебать, да. Баф, дайте, баф, шаму дайте. Шадри, дай, Шадри Перни, Бедвару. У меня уже два раза БР. Прохил. Это буду с кровью убил. Новая искра появилась. Советую упасть. Советую упасть. Слишком много легло людей. Давай лучше. Да. Подошли все к этому боссу. Пусть дыхание даст и опять отправят всех в табло. Я же стал ровный. И один выжил, да? Да, единственный выжил. Только что нормальный трэп был, почему вы опять слагаете? По бэбику кто-то дал же, да, БР? Я видел. Или отменили там? Да я встал первый раз, встал только и сразу буря на 26к. У меня стою, у меня хп там лол. Мало. Ты типа встал и моментально сдох, да? Да, не успели пройти. Буря снова ёбнула. У кого есть дживс? Поставьте, пожалуйста, дживс. Починимся. Или фламбот, что-нибудь такое, что починится. Давай быстрее.
Если жена придет, вот, отхреначит мне. Аниматорчик, ты на совсем? Если нет, шкаф поставьте, присоедини ему. Он писал что-то, что выстраивает. Тык на телефоне. Аниматрончик писал, что у вас трай. Тоже на работу собираться начал. Окей, шрипанки, спекни с собой этот хило. Слот, вот ТТ. ЛФГ.